Заморали мои берега. Наш старый друг, покоритель разума, чтобы он к траву перевернулся. Янан, матка роя улья, предавшая свой народ. Лик с ней раньше якшались с ульем, но на таком уровне. Впервые мне сказали, что под моими берегами находится переполненное гнездо. Я хочу, чтобы оно было уничтожено! Так, ну это точно не гнездо улья, но все же какая-то пещера. Доступно новое. Что-то новое доступно. Что-то доступно, но это не улей. Может это пещера, но не та. Сейчас что там делается. Сейчас я поднимусь и... Дробаш, прям то, что нужно. Как всегда. Так, убежище, найдите убежище. То есть, ну, убежище может быть не только здесь, да? Но и где-то в другом месте. Ну, кстати.
Где же дальше похоже на то, что нужно искать? А? Гася, это не мне вообще. Чем бы вас разозлили? Бесполезно. Ну давай сейчас. Блин, прячься. Кстати, я уже не один. В смысле, мы уже не одни, не один. Прорываемся, я смотрю. Все глубже или дальше, дальше глубже. Ух ты. Камикадзе, что ли? Внушительно. Взрывается. Вот сейчас. Хотел его... А, он встал уже. Хотел его поднять. Так, это что такое? У этого рыцаря нестандартная эфирная сигнатура. Так понятно. Кто там сомневался? Этот чаф тоже излучает эфир. Угу. Эфир плохо сочетается. Возможно, покоритель разума считал, что сумеет решить эту проблему. Покоритель разума. Очень интересно. На ком он вообще там? Хорошо. Атака с воздуха. Давай-давай-давай. Сзади. Ничего такого. А это все же взрывается. Оковы, горе там какие-то. В общем, интересно. Молодец, молодец. Гаус, гаус. Вот это то, что нужно. Супер заряд. Мне кажется, нужно ближе. Так, а тут это что? Это ничего.
И это еще не все, да? Его. Бери червя. Выпал с рук. А, из рук точно. Вот, блин, все. Если они не слишком глубоко закопались, то и всему улью на спутанных берегах тоже. Ага, ну пойдем. Куда зовет страна сказочных историй. Пошли. Трое смелых. Так, мы почти пошли. Камикадзе. Сюда нагло прям. Последний был. Чистый. Последний чистый, да. Чистый. Блин, куда это я попал? Я смотрю, они группируются. Ну все, уже как-то продержался. Замечательная история. Да. Всех.
Думал, это не надо же. Так, там ловушка. Да что ж такое? Блин. Рыцарь бомбардир. О, так быстро? Раз это было так просто, не думаю, что это сильно уменьшит твой долг. Сделка должна быть честной. Угу. Мы так не договаривались. Мы вообще никак не договаривались, крохотка. Только обсуждали. Чисто гипотетически.